И вновь о кинофестивале. Сегодня объявили именно тех, кто вошел в состав жюри. На большой пресс-конференции журналистам представили и почетных гостей кинофорума. Подробнее далее в сюжете. Пресс-конференция как встреча единомышленников, друзей. За одним столом киноведы, критики, известные актеры и сценаристы. Всю неделю они будут находиться в нашей республике, проводить мастер-классы, встречаться со зрителями. На больших и малых экранах будут идти конкурсные ленты. За 12 лет Чебоксарский фестиваль стал узнаваемым, приобрел свое лицо. Благодаря нашему фестивалю, об этом никто не говорит, но это так. Вся страна занимается главным образом только этническим кино. Татарским, якутским, башкирским, чувашским, бурятским. Раньше это считалось как-то что-то непонятное. А теперь все считают, что это главное, что есть в нашем кинематографе. И поэтому начали это мы. География 12-го международного фестиваля значительно расширилась. В конкурсе участвует много иностранных картин. В жюри – представители нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Для меня лично большая честь участвовать на таком интересном фестивале. И как киновед, и как русист. Мне очень, для меня Чебоксарский кинофестиваль очень интересный и научный фестиваль, потому что здесь можно смотреть главные фильмы регионального кино России. Если говорить языком цифр, то фестиваль 2019 – это более 90 мероприятий. Показы, творческие встречи, детские программы, круглые столы и пресс-конференции. Все кинопоказы традиционно бесплатны. Причем фестивальные фильмы можно будет посмотреть не только в Чебоксарах и Новочебоксарске, но и в современных кинозалах Батревского, Бурнарского, Канашского, Козловского, Комсомольского, а также Цивильского, Ядринского, Янтиковского районов. Мы еще кинозалы открываем за последние буквально несколько лет. Ну, 3 года, можно сказать, открыли 15 кинозалов. Это не только в городе, но и в сельской местности. Открыли 12 новых современных учреждений культуры, где оснащаем современным светосигнальным оборудованием. Но то, что режиссеры, киноведы, кинокритики, сценаристы, актеры, операторы приезжают, и тем самым наши тоже специалисты, которые хотят самореализоваться в области киноискусства, для нас это очень важно. Для них это великое счастье, потому что вы к нам приехали, реальная возможность на нашей территории, по Волге, рядом с рекой Волги это появляется. Это важно очень для нас. Многие гости уже успели познакомиться с нашим городом, отметили его чистоту и ухоженность. Галина Титарчук, Бахтияр Велиев, Республика.